Сережа, Сережа, не надо, о боже. Сережа из жопы моей полез. О боже, я так сильно пёрнул, что Сережа из жопы полез. Кстати, информация касательно Твича. Мне было новое письмо недавно от Твича. Ну, там была, короче, в чем ну, весь прикол, весь сыр-бор, да. Как я понял, за тот косяк, который у меня там был, про негров. Вроде как это все простили, да. Вот. Там другой косяк был у меня. Ну, не то чтобы у меня, просто они написали, что они не оказывают услугам. Услуги свои не оказывают той местности, в которой у меня прописка. Вот, да. Значит, ну, я сейчас нормально, да, у меня нормальная прописка уже получается. И это, они попросили подтверждение места жительства. То есть я прислал, да, свою московскую прописку, там, все эти данные. Они сказали, что должны это рассмотреть. Вот, то есть не знаю, как там будет, что дальше. Возможно, это как-то повлияет на разбан, возможно, нет. То есть, ну, я просто зашел как-то вот на днях на почту, увидел от них это сообщение, ну, решил ответить им, полностью предоставить тот пакет документов, о ком они просили, да, то есть, тот перечень документов там. Там были нужны документы о моей прописке, о моем гражданстве, ну, то есть, паспорт мой, да. Вот. А я говорю, у меня же тройное гражданство, я же гражданин трех стран, да. Вот. Они сказали, что нужно то гражданство, где у тебя прописка есть. Вот. Ну, я им это предоставил. Там три документа. То есть, согласен с тобой, старый. Я тоже недавно захантил одну минечицу в Самаре. У нее есть личинка и муж лысый лох, который сидит в гараже, пердит и играет в детские игры на компе. А еще собирает металлолом. Я понял, но мне твоя биография пока не интересна. Но я бы тебе документы предоставил. Не знаю, зачем. Ну, возможно, это как-то повлияет на разбан. Я понимаю, что меня там забанят, наверное, опять за что-то. Возможно, даже за то, что я даже не пойму, за что. Ну, я как бы, в принципе, я знаю, за что там банят, да. И, то есть, смысла нет правила там нарушать. Мне просто хочется сохранить свой канал, скажем, вернуть его, чтобы он был у меня. Возможно, я там не часто буду появляться. Вот, да, потому что все-таки я провожу такие трансляции, которые там нельзя делать. Вот. Ну, просто, чтобы у меня был канал, было бы неплохо вернуть его, чтобы у меня был доступ к нему, да, чтобы он у меня был. Потому что я считаю, что это канал, который легендарный, потому что он один из первых на Твиче. Вот, по количеству подписчиков он был один из первых тоже на тот момент, когда его забанили. Поэтому сохранить его, это было бы неплохо, скажем так, да. Там же ж казино стримить можно, ёб твою мать. Давай быстрее, блядь, попытайся разбанить. Заткнись, блядь. Да ты так и скажи, что ты писал им на почту, чтоб, блядь, разбанить, чтоб казино свой стримить, ты! Заткнись, бля! Давай, давай, дружочек, Мизулина не дремнет, она все видит. Я просто так что-то зашел на почту, на которую у меня Twitch, что-то смотрю, сообщение от Amazon пришло, да. А вот, думаю, ну, блин, было бы очень круто, если бы разбанили. То есть я отправил им весь пакет документов, которые они затребовали. Ну, я типа пишу, они мне написали, значит, сообщение в связи с тем, что ты там находишься на той территории, на которую мы не поставляем услуги, ну, типа, и вот все вот это дальше. А я им пишу, а как это так, типа, я говорю, я гражданин такой-то, такой-то страны, да, меня, говорю, ну, услуги должны поставлять. Они такие, ну... Тогда, говорит, подтвердите, что вы из этой страны. Вот. Я прислал все документы, которые они запросили. Ну, посмотрим, что будет дальше. Причем они мне ответили сразу же. Не знаю, часа через два, когда они мне написали сообщение на почту. Точнее, написали они давно его. Может, месяц назад. Я им ответил.
И часа через два смотрю новое сообщение от Amazon. То есть они мне ответили, типа, окей, да, возможно, это ошибка. Предоставьте документы свои. Да. Ну, посмотрим, пасыки. Я не знаю, ответят, не ответят, да. Просто интересно, что будет дальше и какая будет причина, если они даже откажут. Да. Просто была причина-то другая, а поменяли причину на эту. Причем я захожу на свой Twitch, да, на, через сайт. И там указана причина другая уже, не та, что была. Ну, я думаю, за 4 года у меня было достаточно времени, чтобы как-то... Ну, я думаю, достаточно времени я был наказан. Уже можно бы как бы помиловать. Не, ну согласись.